Элизабет Барретт Браунинг. «Даль», читает Павел Беседин. «Подобие мы детей, когда они, вздыхая, капризно лбом прильнут к поверхности стекла. Туманит гладь его, которая светла, даль неба и полей от взора закрывая, с тех пор, как промыслом, разлучена была. С душою скорбною, за гробом жизнь другая, мишней и взорами, преграду воздвигая, мешает вдаль смотреть печали нашей мгла. О, брат, о, человек, сдерживай свои рыдания, будь мужествен, молчи. Души твоей стекло, пусть дуновением не отуманит зло, чтоб взором ясным ты в конце существования мог видеть издали, когда блеснут они предсмертных факелов священные огни».